игроков в игре Counter-Strike. Сегодня мы будем обсуждать внешность самых популярных рэперов на данный момент. То есть самый популярный рэпер. Готово? Да. Так, первый это у нас Фараон. Как он тебе? Что? Дала бы ты ему? Дала бы, да. Дала бы? А почему дала бы? Потому что... Ну скажи, почему? Да хуй его знает. Ну почему? Симпатичный. Симпатичный. Хорошо. Второй у нас Скрудж. Как он тебе? Нет. Не дала бы? Нет. Так, почему теперь? Объясняй. Почему бы ты не дала Скруджу? Потому что... Чем он тебе не симпатичен? Мне его нос не нравится. Без волос? Нос не нравится. Нос не нравится? Нос, да. То есть из-за носа бы не дала ему? Хорошо. Алексей Долматов. Гуф, как он тебе? Любовь моего детства. Да, я тоже его любил в детстве. Но сейчас бы я ему не дала, в детстве бы. В детстве бы дала. То есть ты считаешь, что Алексей педофил? А почему сейчас бы не дала? Ну, потому что мне не нравится. Не нравится? Я не люблю карие глаза. Ну, ты же любишь не русских, а у не русских все карие глаза. Не у всех. Почти у всех. Не совсем. Он как раз таки и не русский, он же еврей. Ну, почему? Ну, потому что мне не нравится внешность. Ну, хорошо. Дальше. Так, теперь Иван Дрёмин, Фейс, начинающий, ой, точнее, набирает обороты по популярности Фейс. В этом году он очень жестко выстрелил. Как он тебе? Нет. Нет? Нет. По нему все девочки текут? Да? Да. Мне нет. Не течешь? Нет. Почему? Чем он тебе не симпатичен, не понравился? Что в нем не так? Его волосы длинные, почти как у меня. Так у Фараона тоже длинные? Нет. В смысле? У Фараона длиннее, чем у Фейс. Ладно, все, мне он просто не нравится. Не нравится? Не нравится. Пиздец! Как тебе Тимати? Он бородат. Да. Нравится, да. Тимати? Дала бы ему. Да. Хорошо. Один из самых неплохих баттл-рэперов в России. Как он тебе? Нет. Рикев? Нет? Нет. Почему нет? Ну, не знаю. На индейца. На индейца? Рикев индейец? Серьезно? Ну, похоже. Что в нем индейского? Я не знаю, в лицо какое-то. Индейское лицо? Да. Поэтому не дала бы. Хорошо. Этот парень ебал очень много матерей. Как он тебе? Но он ебет матерей. Дала бы ты ему? Нет. Пизда твоей маме. Ну ладно. Дала бы тогда? Нет. Нет, все равно не дала бы. Хорошо. А это Гнойный. У него скоро будет баттл с Оксимироном. Как тебе Гнойный? Нет? Нет. Почему? Чухан какой-то. Чухан? Гнойный Чухан? А как ты думаешь, кто победит в баттле Оксимирон и Гнойный? Знаешь, кто такой Оксимирон? Теперь знаешь, кто такой Гнойный. На кого ставишь? Оксимирон. На Оксимирона? Да. Почему? Кто его знает. Потому что он не чухан, да? Ну, наверное, да. Хорошо. Этот парень живет в Испании. Он сидел за продажу наркотиков. Как он тебе, кстати, по твоей части? Да, да, да. Из-за того, что он за наркотики сидел? Только из-за этого? То есть... А, серьезно? Да. Ладно. Полный пиздец! А вот Оксимирон. Как тебе, он лысый? Ладно, дала бы. То есть ты ему делаешь одолжение? Нет. Нет. Ну почему ты сказал, ладно, дала потому бы? Потому что... Так он тебе симпатичен или нет? Немного, да. 50 на 50? 60 на 40. 60 на 40. Поэтому дала бы? Да. Хорошо. Это солист группы Suicide Boys. Как он тебе? Даже я бы ему дал, серьезно. Ну, охуенно ну, же. Ну, дала бы, да. Это просто бог. Ладно, дальше. Дала бы ему. А почему ты бы ему дала? Симпатичный? Казахская кровь, как тебе? Не русский, как ты любишь? Это Скриптонит, да. Ну, дала бы? Почему? Не знаю, мне треки нравятся. Руки нравятся? Треки. А, треки? То есть из-за треков бы дала? Ну да. А по внешности он ну, так нет, себе, да? По внешности нет, да. Хорошо. Вот везет парень. Один из самых грустных рэперов в мире. Бонс. Дала бы ему, нет? Он на Иисуса похож. Да, ты... похож. Ну, нет. Дала бы Иисусу? Нет. Ты бы Иисусу не дала? Нет. Почему? Не верю в Бога. Не веришь в Бога? А в Бонса? Не дала бы ему. Почему не дала бы? Ну, подумай, почему? Посмотри на него. Ну? Не знаю.
Ну, он не нравится. Не знаю, вроде норм, вроде, хуй его знает. Почему нет? Мне просто хочется, чтобы ты аргументировал. Почему ты бы не дала бонус? Потому что... Я не знаю. Нет, я знаю. Почему? Говори, не стесняйся. У него карие глаза. Из-за глаз? Да. Как тебе Лил Пип? Ничего. Дала бы? Да. Почему ты бы ему дала? Не знаю, нравится. Нравится? У него, кстати, карие глаза, ты заебала. Что с тобой? Серьезно? Просто я люблю себе противоречить. Противоречить? Я уже заметил. Да. Ладно. Яникс, у парня карие глаза. Нет. Почему нет? Мне не знаю. Не русский. Не нравится просто. Просто не нравится? Нет. А ты его вообще слушаешь? Нет. Ну ладно. Кстати, говорят, что у негров большой член. Дала бы? Из-за большого члена. А из-за чего? Мне нравится. Из-за треков? Нет. А ты в курсе, что он женщин бьет? Отпиздил бы тебя. Ули, не нравится. Когда бьют. Как тебе вообще рэпера по внешности? Они лучше, чем киберспортсмены или нет? Да. Почему да? Потому что... Они по стилю, да? В смысле, они такие, типа, это... На стиле, да, все такие парни? Типа, да. Если выбор бы стоял... дать киберспортсмену или рэперу, кому бы ты дала? Ребята, записывайте треки, не играйте в Counter-Strike. Не страдайте хуйней. До новых встреч. Я купаю счастье, словно в синем море. Ты моя фанатка, я тебя игнорю. Да я популярен, да я всем известен. Для такого счастья этот мир так тесен.